Это был экспериментальный ролик от FIFU TV. Для FIFU TV. И мы даже выпустили нашего Илью из подвала, чтобы он узнал о настоящих имиджевых роликах ДВФУ. Здравствуйте. В скором времени студентов ДВФУ наградят за продвижение доброго имени университета. А поподробнее об этом нам расскажет Ольга. Как вы знаете, студенты инженерной школы уже сняли ролик о ДВФУ, уже его все посмотрели. Также студенты ШЭМ сняли свой ролик, он покорил уже, наверное, всех студентов ДУФУ. Но что касается таких каналов, как FIFU TV и канал твой. FIFU TV ежедневно делает новости о том, что происходит в нашем университете. Мы рассказываем о самых главных и важных событиях. Также существует программа Campus Pro, где вы можете более подробно узнать, что произошло в течение этого дня. Спасибо, с вами был FIFU TV. Так как я попала на FIFU TV, я постоянно хочу сладкого. Мне энергии на всех не хватает. Точно. Как только запишемся, сяду на диету. Ну, а я питаюсь наукой. Это пища для моего ума и тела. Сейчас мы находимся на научном кафе, тема которого сегодня заявлена как пища для ума и тела. Пойдемте. Пять лекторов-студентов-добровольцев в свободной форме представили доклады по темам «Масштабы Вселенной», «Человек и электричество», «Энергетик убивает», «Генная инженерия» и «Любовь с химической точки зрения». Пришедших было немного, но интерес в их глазах горел ярким светом. Антон, что вы ожидаете от этого проекта и какой проект вы представляете? Я представляю проект «Размеры Вселенной», и этот проект не совсем мой, скажем так, моя цель является познакомить людей с этим уникальной вещью. Это интерактивная презентация, которая помогает человеку оценить размеры окружающих его предметов во Вселенной, от самых мельчайших до невообразимо огромных относительно себя. Это очень удивительно смотреть на вещи. Спасибо, Антон. Обязательно следите за анонсами научного кафе в следующем году, ведь такой проект намного интереснее, чем телевизор или интернет. Тай, ты представляешь? Я видела, как наша Настя танцует с каким-то очень симпатичным мальчиком. Я тоже хочу. Ну, хочешь, я с тобой станцую? Нет. Давай лучше посмотрим сюжет о весеннем вальсе в ДВФУ. Здравствуйте! Сегодня мы побывали на репетиции весеннего вальса, который состоится 30 мая. Об этом подробнее мы можем узнать у Алексея Обрядова, организатора. Здравствуйте! Весенний вальс пройдет 30 мая в корпусе А на 6 этаже. В программе танцы, собственно говоря, различные конкурсы, игры. Ждем всех, приходите. Спасибо, с вами был FIFU TV. Выпускной наш настал. Этот праздник все мы будем помнить. Даш, пение, ну, не твой конек. Лучше давай посмотрим, как поют выпускники, ведь сегодня их последний звонок. Всем привет! Сейчас мы находимся на последнем звонке Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ. Мы желаем выпускникам всего хорошего, успешной сдачи экзаменов, любви, счастья и много добра! В этом году выпускникам повезло. Их последний звонок проходил в синем зале в кампусе в ДВФУ. Было приятно посмотреть на их выступления, на гордые лица учителей и счастливых родителей. FIFU TV поздравляет вас с последним звонком! Даша, слышала, что в корпусе А потерялась девочка? Нет. Взрослая? Ну да, она президент Special English Club. Кажется, я знаю, где она. Что? Собеседование на английский лагерь. Где? Корпус А, 8 этаж, остров Русский, аудитория А-848. Ты что-то не договариваешь! Где? Специально для студентов ШЭМ будет проведено дополнительное собеседование на Октябрьской, 27. Это район Покровского парка.
Когда? Когда ваша контрольная миссия и где? Наша контрольная миссия, она будет с 18 по 28 августа в Хасанском районе, экологически чистый поселок Андреевка. Секретное наречие. Не скажу. Говори, говори. Нет. Секретное наречие. Английский язык. И какова ваша миссия? Ну, она же секретная. Говори миссию! Улучшить знания английского языка среди студентов ШЭМ. Да ладно, можешь не переживай. Ну, освободи мы твою семью из подвала, боже мой. Правда. Тай, мы столько с тобой уже учимся, теперь работаем. А я даже не знаю, какую музыку ты любишь. Музыку? Ну, я люблю рок. Кстати, я вчера побывала на квартирнике местных рок-групп. В этот раз развлекательный проект «Под лестницей» посетил новый, увлекательный и интересный проект «Нутеки», а также группы «ДМ» и «Провидение». Мы с тобой не разучились, мы с тобой не знаем, что значит мечтать. Привет, Миша. Привет. Расскажи, как тебе атмосфера на сегодняшнем мини-концерте? Атмосфера 760 миллиметров ртутного столба, было очень круто. Нет, ну в общем классно, мне очень понравилось, люди, я никого не знала, они меня не знали, но при этом получилось все реально супер. Я надеюсь, ты еще приедешь к нам? Я надеюсь, тоже, да. Да? И не мог бы ты расписаться мне на руке? Татуху тебе, да? Ну, ты думаешь, у меня нет татухи? Нет, я не знаю. Все, спасибо большое. Да, пожалуйста. Это был сотый выпуск FIFU TV. Сотый, ты представляешь? Да. Сколько людей уже здесь проработало, сколько было проб, ошибок, критики, и все равно это целый путь и отдельная жизнь. Давайте пожелаем удачи следующей команде, ведь ей предстоит пройти трудный путь, который прошли Анастасия, Илья, Тая и Даша. Пока! Пока!